Вітаю в ефірі студія «Репортери». Я Віталій Хемі. 3 липня в п'ятницю парламент вже офіційно відправив у відставку голову Нацбанку України, вже колишню голову, пана Якова Смолія. Ми знаємо, що напередодні пан Яків сказав, що був тиск на нього з боку Офісу Президенту. Як це взагалі позначиться на українській політиці, на українській фінансовій, банківській системах? Ми говоримо сьогодні про це з головою фракції Української морської партії Сергія Ківала в міськраді, пані Світланою Соломко. Добрий вечір, пані Світлана, вітаю. Добрий вечір. Отже, будь-які зміни в центральній владі, теж в банківській сфері, це, можливо, якісь там потрясіння. Ми бачимо вже і гривня по деякі реагує там 20-30 копійок. Прогноз, пані Світлана, що на нас може чекати цього літа? На самом деле ситуация, которая сложилась, ну, безусловно, давайте проанализируем фамилию главы Национального банка Украины. Ну, мне кажется, до этой недели не мог назвать просто никто. Безусловно, очень ярким, да, там, я бы сказала, политическим деятелем, хотя Национальный банк должен быть вне политики, была госпожа Гонтарева. И дальше у нас у всех нет информации, что происходило в этой структуре. Ну, безусловно, хочется сказать, что абсолютно очевидно, что господин Смолей был продолжателем политики госпожи Гонтаревой, и, ну, наверное, его уход, ну, в принципе, да, это, ну, закономерная ситуация со сменой правительства, президента и в целом полностью вертикали нашей страны. В то же время, ну, безусловно, очень хочется, да, слышать от президента какие-то сегодня, потому что это действительно топ-тема последних 2-3 дней, от президента четкую позицию заверения всех нас, как гаранта, как человека, которого поддержало абсолютное большинство, это то, что никаких финансовых потрясений в нашей стране не будет. Потому что, безусловно, в любых там движениях с Национальным банком либо банковской системой очень часто наживаются спекулянты, даже если тому нет, да, какого-то повода для снижения курса, увеличения курса, но у нас спекулянты очень активно реагируют на подобные процессы и в любом случае на них пытаются заработать на нас с вами. Поэтому в данном случае я убеждена, что президент должен заверить всех нас, что с нашими финансами, с банковой системой взагалі, все в порядке. Потому что сегодня я бы назвала эту тему такой достаточно сложной, и я бы посоветовала всем политикам высказываться в этом направлении достаточно осторожно. Потому что если сеять панику. Да, если сеять панику и пугать людей, безусловно, что мы будем иметь, это то, что все побегут забирать свои вклады. Что-то менять одно на иншее. И к чему это приводит, на самом деле, примеров нашей истории было множество, и мы с вами это все прекрасно понимаем. Мы теж повинні про це сказати. Я десь, ну, не десь, а чув інформацію з офіційних джерел, що пан Смолій, коли працював над Банку України, він був таким гарантом того, що відносини з Міжнародним валютним фондом, всі там договори, вони будуть виконуватися, як це прописано. Зараз пана Смолія немає. Багато експертів говорять, що і якісь угоди теж в повітрі провисають. Питання таке. Ми пам'ятаємо, як пан Зеленський, ще не будучи президентом України, а будучи президентом Голобородько, невідомо якої країни, він казав, що нам не потрібні ніякі відносини з МВФ, ця організація така злочинна, не потрібно співпрацювати. Ну, зараз ми бачимо, вже більше року пан Зеленський, він співпрацює з МВФ, приймаються всі закони, збираються позачергові засідання Верховної Ради, аби співпрацювати з МВФ. Так якої ж політики триматися? На самом деле, я эту тему раскрывала в своем блоге, пыталась анализировать, рассуждать на эту тему. Безусловно, мы все с вами понимаем, что на 100% уйти от влияния Запада либо Востока мы не можем. Давайте будем реалистами.
Но могу сказать абсолютно однозначно, что вмешательство во внутренние дела той или иной страны, западными партнерами, старшими братьями или кем угодно, абсолютно недопустимо. И то, что, да, очевидно, сегодня уже только ленивый не говорит о том, что действительно пан Смолей был гарантом сотрудничества с Международным валютным фондом, который, ну, давайте также будем смотреть правде в глаза, без денег которых мы не можем, либо не хотим справляться. То есть мы четко взяли курс, я убеждена, что этот курс абсолютно неправильный. Вместо того, чтобы реанимировать и поднимать свою экономику, мы думаем, каким образом прогнуться под Международный валютный фонд, взять очередные деньги, и никто из нас с вами, украинец, никто не ощущает реально этих денег, никто не видит никаких системных изменений, но, тем не менее, процесс запущен, и он просто, ну, как бы бесконечный. Взяли деньги, тут же проели, идем на очередные уступки и снова прогинаемся, и отдаем просто последнее, снимаем последнюю рубашку для того, чтобы понравиться Международному валютному фонду, для того, чтобы нам дали очередной транш. Поэтому, ну, насколько долго может продолжаться подобное политика в целом любого государства, мне, как на самом деле не экономисту, кажется, что недолго. Мне, как адекватному нормальному человеку, мы четко понимаем, что если бы мы с вами имели какую-то реальную пользу и выгоду от этого. Что я имею в виду под пользой и выгодой? Для нас с вами всех это возможность брать дешевые кредиты. Такой возможности у нас нет. Сегодня взять кредит – это просто непомерная ставка, просто ни на что. Ни на развитие бизнеса, ни на покупку жилья, автомобиля. Сельское господарство, сельское хозяйство, да, когда просто, упаси Боже, да, уже случаи смертей фермеров, которые, ну, просто не понимают, что они взяли кредиты, они просто их не отдадут, а государство никаким образом не регулирует, не гарантирует эту ситуацию, когда, ну, просто элементарные погодные условия, то, что называется, форс-мажор в чистом виде. А государство должно быть, ну, безусловно, регулятором этих процессов. И сегодня самый такой парадоксальный и ужас всей ситуации заключается в том, что сегодня разворачивается огромный, да, скандал между Западом, между Европой и Америкой, кто же назначит своего руководителя Национального банка страны Украина. И когда мы, когда наша страна превращается из субъекта, да, геополитики, участника, в объекта, в отношении чего ведутся дискуссии, переговоры, ну вот как объект, на котором другие страны пытаются зарабатывать и выжить последнее. И самое печальное то, что курс нашего правительства и, ну, на способствование всем этим ситуациям. Багато говорять, що є вплив на цю ситуацію і пана Коломойського, який не все ще вирішив зі своїм колишнім Приватбанком. Як ви вважаєте, його вплив на відставку пана Смолія чи присутній, чи ця відставка на користь одного з партнерів діючого президента? Сложно мне сказать. На самом деле, достаточно длинная, запутанная история, которую мы с вами наблюдаем с национализацией Приватбанка, в которой, ну, безусловно, Национальный банк Украины принимал непосредственное участие. Поэтому нам остается лишь догадываться, является ли это звеньем одной цепи, хотя все основания говорят на то, что это действительно одна из там ситуаций, то, что называется расправа за то, что у одного из олигархов нашей страны отобрали банк, который он создавал. Поэтому сегодня очень важна стабильность. Сегодня мы, знаете, вот последний год мы настолько заигрались в выборы, нам обещали реформы, новые лица, мы смотрели за сериалами, следили, искали связь между Голобородьком и Зеленским, что действительно Национальный банк как регулятор вообще, да, там, финансовых потоков, всех денег нашей страны, главный регулятор, он остался действительно в тени. И на самом деле это одна из систем манипуляции, которая стара как мир, да, придумать какое-то событие для того, чтобы все отвлеклись и все наблюдали, участвовали, отвлекая людей от
реального сектора экономики, от реальных денег, от реальной ситуации в экономическом секторе, то, что у нас происходит. Что с нами со всеми произошло? Что происходило с Национальным банком? Какое количество коммерческих банков за последний период просто пропали с нашей карты, потому что да, кому-то давались кредиты под нормальную ставку, там, под 6, кому-то под 12, то есть абсолютно все регулировалось в ручном режиме. Очень страшно, что один президент сменяет другого, относится к нашей стране, нашей с вами стране, как к личной игрушке, которая да, вот, ну, просто по собственному усмотрению, не опираясь на выводы экспертов, экономистов, а просто вот, управляет страной по собственному усмотрению. Когда Петр Порошенко, будучи очень удачным бизнесменом, к стране Украины относился как к бизнес-проекту. И будучи да, успешным бизнесменом, он четко понимал, какие государственные органы, какие ресурсы могут работать с частными теми или иными аффилированными компаниями для того, чтобы зарабатывать сверхприбыль. Он вступал в договоренности с внешними партнерами, там разговор о Байдене я не буду напоминать, когда все становится на свои места, и когда ну, ужас той ситуации, мы понимаем, что поднимаются коммунальные услуги для того, чтобы частная коммерческая структура в пользу там, Америки зарабатывала просто сверхприбыль, забирая у нас с вами, у наших людей просто последние деньги, не давая возможности просто ну, цивилизованно жить и существовать. Когда следующий президент Зеленский относится к стране как к, я не знаю, сериалу, то есть он продолжает играть в 95-й квартал и понимает, что он должен быть любимец публики, ему он привык к овациям. А то, что управление страной – это также непопулярные реформы, о том, что управление страной – это в первую очередь брать на себя ответственность за те или иные шаги. На самом деле, в преддверии местных выборов, мы, конечно, с вами понимаем, что ни мэры городов, ни депутаты районных областных советов к Национальному банку, в принципе, не имеют никакого отношения. Но, тем не менее, это единый механизм государственного управления, местного самоуправления нашим государством. И наша с вами основная задача – понимать и выбирать тех людей, которые понятны. Вот я хочу просто призвать всех одесситов. Ну давайте уже закончим ставить эксперименты сами над собой. Ну вот уже ну, были эксперименты. Эксперименты были, мы понимаем, что они ничем не заканчиваются. Мы должны выбирать понятных людей с понятным курсом, с понятной стратегией. Ну, очень хочется, на самом деле, мне как молодому человеку тоже очень хочется верить в мечту. Я тоже очаровываюсь, тоже влюбляюсь. Ну и на самом деле всем нам хочется, да, вот поверить в мессию, в кого-то, что вот придет и всех спасут, и будет что-то кардинально по-другому. Сегодня, за все годы независимости, мы должны четко понимать, что такого не произойдет. Нормальная государственная политика, нормальная городская политика – это системная работа понятных людей, которые работают на интересы, в первую очередь, людей, а не бизнес-партнеров, которые профинансировали их избирательные кампании, не на зарубежные корпорации, либо иностранные государства, которые лоббировали и тем самым влияли на государственную политику, на парламентские, президентские выборы. Все это мы наблюдали последние 5, 6, 10 лет. И ну, мне кажется, что ну, мы должны уже с вами осознать и успокоиться, что чудо не произойдет, что нам нужны понятные люди, которые живут с нами по соседству, которые не меняли курс, не меняли вектор, не меняли политику, не кидались со стороны в сторону, а те люди, которые планомерно, не меняя, да, не меняя собственный курс и не придавая собственные убеждения, реализовывали ту или иную задачу. И ну, сегодня, да, отвечая на вопрос, что с вами мы все можем сделать, вы как журналист, я не знаю, я как юрист, одесситы, которые смотрят нашу передачу, это только более чем ответственно отнестись к предстоящим местным выборам.
Така порада слушна. Я дякую, пані Світлана, за серйозну змістовну розмову. Як завжди, будемо чекати на якісь добрі новини в нашій країні, в нашому місті. Приходьте ще обов'язково з такою ж змістовною інформацією. Бажаю успіхів вам, вашим колегам, вашій команді. Дякую. З вами був Віталій Тхемій. Залишайтесь на Репортері. На все добре.